Это сестра моя. Валерочка, я вас всех сильно люблю. Просто эту медаль дарю всем тем, кто был со мной на протяжении всего этого времени. Ну расскажи, пожалуйста, верила ли сама перед гонкой, что медаль возможна? Потому что, ну, в женскую сборную, вообще, честно говоря, мне кажется, мало кто верил. Здесь и тут подопечная Владимира Королькевича, как говорится, берет. Какие-то тренировки были сделаны здесь уже, в Сочи. Я знаю, что вес сбросила в свой рабочий, пришла. Ну, поделись немножко, кроме эмоций, какими-то фактами. У меня была мотивация, я признательна Владимиру Борисовичу Королькевичу. Я ему сказала: Владимир Борисович, если у меня будет медаль на Олимпиаде, я вам подарю любую машину, которую вы скажете. Поэтому сейчас есть возможность ему выбрать любую машину. А все, Владимиру Борисовичу еще дополнительная мотивация была. Поздравляем мы Королькевича заодно. Ну а сегодня как бежалось? Терпеть сильно ли пришлось? 2:0 сделать на спринте на Олимпийских играх. Это ж как нужно на стрельбище сконцентрироваться? Мне хватило хладнокровия, конечно, сделать паузу после третьего выстрела. И... Ой, 2:0. Как же все-таки делают животворящий ноль, конечно. Спасибо большое, Оль. Коллеги из Olympic Broadcasting System, к сожалению, забирают нас Ольгу, говорят, что не осталось времени. Поздравляем еще раз. Сейчас в прямом эфире, разрешите. Спасибо. Второй наш призер сегодня — Ольга Вилухина.